Так, вали, 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 вали. У нас хп траблы. Серьезно, блядь. Подождите, я скрылся от тревоги сейчас. Ты понял? Да ну нахуй, еще что ли? Еще, смотри, еще поехали. Да ну серьезно, ты что издеваешься? С какой стороны они хоть едут? Оттуда, да? Блять, откуда они едут? Я не понимаю. Так. А, блять, вот отсюда мы едем. Ну-ка ко мне, блять. А то, что я похож на доктора этого ебанутого, это нормально, да, считается? Окей, ладно, допустим. Так, точка G. А, ну, в смысле, метка. Так, окей. Контактное лицо, отец Луис Гуэра. Контактное лицо задания. Ну, давай, окей. Окей, Гуэра, мужчина, давай, давай. Я иду к тебе. Пока у нас нету там особых побочек. Меня уродом называют за то, что я быстро бегаю. Был бы я гентек-солдатом, мне бы так не сказали, что я урод там какой-то или кто-то еще. Так, здесь я с особью сражался, я помню это место. Оно сочное. Оно крутое. Оно мощное. Да может ты прыгнешь нормально и не будешь здесь застревать, чувак, пожалуйста. Я тебя прошу. Да, надо, наверное, было еще прыжочек подкачнуть. Так, Гуэра, окей. Да что ж ты такой? Зачем так делать? Остался бы в костюме доктора. Отец, я здесь, Джеймс. Слушай, я связался с источником. Ее псевдоним Афина. Она знает о лагере Черного Дозора. В него отправляют людей, но живым оттуда никто не выходит. Я разберусь. Черный дозор испытывал чудовищ гентек, спуская на них их на мирных жителей. Замечательно. Замечательно. Доктор Коннорс, это Бетон. У нас еще одна партия особей для полигона Теттерсон. Доктор Коннорс, это Бетон. Нормально ты представляешься, слушай, братан. Бетон. Полигон Джефферсон. Ну давайте посмотрим на доктора Бетон. На доктора Бетона. Посветлело, кстати. Теперь все красиво. День начинается. Видимо, мы где-то отоспались. И, собственно, пошли на квестик потом. Хеллер как следует вздремнул. Перед тем, как заданку начать, короче. Окей. Доктор Бетон нас ожидает. Ты представляешь? Доктор Бетон. Вот это супер. Доктор Бетончик. Биточек, я бы даже сказал. А вот и меточка для Бетона. Окей. Прошу, нет, не надо, не смейте, прошу, боже. Давайте, поживее. Бессердечные сволочи. Убейте бойцов дозора. Нихуя себе. Всех, что ли? Так, окей. Это же надо аккуратно их всех обезвредить, чтобы меня не пальнул никто, да? Но для начала вот эту тварь надо снести. Молодец! Очень-очень грамотно ты это делаешь, братан. Вообще, беспалевно. Ладно. Я снесу ее. У Хеллера максимальная точность. Кстати, а можно и солдата бахнуть, в принципе. Их обоих можно бахнуть. Так, отлично, двоих нету. Доктор Бетон. Так, что я могу здесь увидеть? Так, солдатов я сильно вынес, походу. Что у них аж оружие куда-то делись. Солдаты, возможно, упали в мусорку куда-то. Окей, ладно. Я буду аккуратно бочечками сейчас тогда.
Так, сверху вроде никого. Так, будем аккуратно сейчас их топить. Отлично. В кочерышку там кому-то дал. Замечательно. Сейчас мы аккуратно их по стелсику расхерачим. Нас никто даже не спалит, я тебе отвечаю. Ну, за ответку я точно не гарантирую. Отлично, еще кого-то ранил. За пределы никто, думаю, выходить не будет. Интересно, я смогу вот этой вот штучечкой, деревяшкой кого-то убить? Мне прям это интересно очень. Так. Ну, добить деревяшечкой я смогу точно. Отлично, он от одной деревяшки сдох, прикинь, просто. Я ему деревяшкой кинул, он умер. Замечательно. Так, у нас есть оружие, но я им довольствоваться не буду. А, смотри, гентек-солдаты отлетели сюда от удара. Замечательно. Так. Ну что ж ты ее ложишь? Надо тут... Тут деликатность нам не нужна. Отлично. Их остается пятеро. И, мне кажется, на каждого хватит по вот такой вот штучечке. Вот такая вот штучечка на каждого здесь найдется. Я очень удобное место выбрал, чтобы их по одному так бить. А в этом случае даже по два. Замечательно. Так, их остается трое. И они прям, знаете, прям вообще по-нормальному, как мне надо, все делают. Я великий грузчик, ребята. Я великий грузчик. Я сделаю все, как надо. Отвечаю. Почему-то их снова стало пятеро. Это меня не радует вообще ни капли. Но тем не менее, смотрите, цели есть. И ладно. Отлично! Кажись, двоих убил, но их почему-то четверо до сих пор. Так, они остались за трансформатором. Хорошо. Значит, сюда им уже нужна машинка. Ну, держись. О, да, это я уже пообещал. Так. Сюда им... Насчет машинки уже держись, он говорит. Можно машинку прям туда бахнуть. Слушай, машинка никого не поразила. Я-то думал, она пролетит. Так, ты мне не нужен, чувак. Ты вот мешаешь в основном здесь моим погрузкам. Постой там в яме, а, пожалуйста. А я горячую машинку в них сейчас закину. Мне кажется, им нужна просто горячая машинка. Я не хочу поднимать тревогу. Я хочу делать все аккуратненько и чистенько. Стерильненько. Замечательно. Бежит сюда дерьмо. Сейчас я это дерьмо завалю. Почему здесь все горит? Что здесь случилось? Тоже машина, нифига себе. Так, это говно мы сейчас затащим. Да ладно, серьезно, я никого не смог затащить. Подожди-ка. Это их главная ошибка. Все, то, что они все подходят сюда. Это главная их ошибка, ребята. Так, тихо. Слушайте, а БТР это получается как он? Так, все отлично. Ну, теперь можно спускаться, я думаю. Нет, чувак, нет, все нормально. Так, вот они двое стоят. Ну, мне так кажется, здесь уже можно прям на базе их заточить. Ах, один сидит в БТРушке, ну хорошо. Проблем вообще тогда нет у меня. По сути, что мне нужно сделать? По сути, вот. И кто за тобой палит, сударь? Никто. Замечательно. А вот уже с гранатометика мы с тобой порешаем сейчас, братан. Прям с расстояния. Это нечестно. Они меня потеряли. Прикиньте, как это все тупо. Поиграли, хватит. Пора действовать. Да ладно, почему я тут оказался? Окей. Я аж поглотил его, в чем проблема? А, вот в чем, надо уйти еще. Пацаны, я сюда, сорянте. Давайте я вам еще для прикола вот так сделаю. Используйте сканер, хорошо. На их глазах только что погиб их командир, а сканером пользоваться можно. Замечательно.
Логично. Заходи, командир. Используйте сканер, чтобы войти на полигон Джефферсон. Замечательно. Давай, охерели. Эффективность 82%. Подготовить номер 11. Черт, здесь враг. Капитан, это же сбежавший подопытный. Они тупо, короче, людей используют на каких-то номерах. Суки. А где биолог этот? А где этот биолог, их ведущий? И как вы могли такое допустить? А, он тут. Окей, он здесь. Геометрические системы изобрели, так что не надо. Пацаны, вам вообще надо было не идти никогда в Гентек. Живыми хоть остались бы. Я фиг его знает. Это хорошая мотивация. Не идти в Гентек, правильно? Ой-ой-ой, меня уже пиздят. Подожди-ка. Уходим отсюда. Подождите, я скрылся от тревоги сейчас? Ты понял? Что это гремит такое? Окей, где-то тут сканер. Да ну нахуй! Ты чё, серьезно что ли? А у меня хп нет на него вообще. Ебать! Победите Джаггернаута. Ёбаный же... Подожди, серьезно, блядь? Коттон Маус, ты чё, блядь? Вас понял, Файтер. Мы уже в пути. Прием. Так, мне нужно хп тогда. Джаггернаут, это сильно. Так, вали, 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 вали. У нас хп траблы. Серьезно, блядь? Все, пиздец. Хеллеру уже крышечка пришла. Да ну нахуй. Загрузить контрольную точку. Давай еще раз. О, все, хорошо, я полный. Все, Джага. Нихуя себе, ты как это делаешь, мужчина? Так. А, ты там мега-супер приемчики мутишь. Хорошо. Так его поглотить уже можно, что ли? Отрывай, отрывай ему руки. Окей. Он, по сути, ни о чем, но его можно легко было одолеть. Ой-ой-ой, Джага, Джага. Муа-муа, ты че? Отлично. Все, закидал просто, закромсал просто, ребята. Джагу. Попробуй в меня попади. Ух, вот это кулачки мы замутили, да? Коттон Мауф. Контрол? Ёб твою мать. Коттон Маус, прямое попадание не нанесло объекту вреда. Хоба, блядь. Прикинь, что он мутит, смотри. Он обратно, короче, смотри. На, обратно. Пиздец, вот это жестко. Я забыл, короче, что он так умеет. Это круто, это очень круто. Сейчас, а, хотя подозрение, один хер будет ко мне. Бетон, бетоновый. Отразите противника ракету вовремя поставив блок. Ну и чё, в чем прикол? Так они даже не втыкают, что это я, капец. Покиньте полигон. Я с радостью. Они думали, я выйду как Хеллер оттуда, да хер вам. Я на шаг впереди. Спасибо за новые игрушки. Да, за тентакли.
А вот и вам спасибо. Ну а чё он там стоит? Надо же было это сделать. Так, окей. Мне там дадут какую-нибудь прикольную штучку, не? Так, чё я теперь могу? Ага, особо ничего, да? О, божечки, правая, она говорит. Давай еще на одну G сходим. Точечку G. Это все сюжет, ребята. Черный ящик рядом. Дай хэн с ним. Хэн, курица с ним. Окей. Сюжетчики сегодня щелкаем с тобой. Не, ну Джага был вообще нормальный. Он поначалу нас, конечно, нормально так напрессовал, но это было только поначалу. Окей. Нахер он так делает? Мог бы сразу в докторе оставаться. Отец Гуэра, слышите? Джейн, слушай. В чем дело? Познер, слушай. Доктор уже здесь. Может, какой Познер, ты о чем? Уже лечу к вам. Что? Нет. Они нас полностью окружили. Даже не смеют здесь показываться. Вас из-за меня убили? Нет уж. Черный дозор хочет уничтожить Хеллера и всех, кто ему помогает. Окей, хотят убить Гуэру, суки. Сейчас мы не дадим это, я думаю, сделать. Дракон, это Рагер 1-3, мы у церкви. Объект заперся внутри с 9-миллиметровым. Прием. Прикинь, они церковь мочат, представляешь? Покажу открыть огонь. Ёбаные вандалы. Так, подожди. Вы чё, охуели что ли, пацаны? Я вам сейчас покажу, блять, огонь. От церкви. А кому еще тут, как не мне, блядь, быть? На, блядь! Так. Еще одно говно где-то. Понял, да? Че такое? Еще что-то будет? Ох-ох-ох-ох-ох. Еще труповозки. БТРочки едут, нормально. Оторвите отставку. Что из-за... установку. Нажмите Е на БТР. Так, я оторву обязательно. Давай отрывать. А, я могу ею вооружиться, точно. Да, отрывай ты уже. Ебать. Давай, херач. Я даже договорить ему просто не дал. Это баллиста 3. Атакую. Какой дракон, блять? Сейчас уже все, наверное, все герои, блять, нападут сказок и мифов, нахуй, на эту церковь. Так, окей. Окей. Сейчас все будет нормально. Пидорасы, смотри, как они нацелены, а? Еще этот вертолет мешается. Ходят вообще, как нехуй делать. Может, ты ударишь, а? Ты чё ждал, стоял? Не, ну это долбоёбство какое-то, блядь. Чё он бегает? Я не могу его поймать. Так, все нормально, все нормально, отец. Сейчас все будет хорошо. Сейчас этого отца... Ах, все, его нету. Да, блядь, ты чё, жив еще что ли, вертолет? А, там еще один появился. Ну, сука. Придется машину в него все-таки закинуть. Зайдешь. Да, блядь, вас слишком много. Так, надо вставать Хеллером снова, пиздец. Это сложная, ребята. Это нереально сложно. Пиздец, вы бы только знали. Да ёбаный рот. Так, подожди. Чё бы в них покидать, а? Блять, они новых солдат призывают. Ну что ж такое? Я не могу разорваться. Их, бля, они везде, блять, просто. Так, подожди, давай делать так. Да возьми ж ты, блять, базуку, ебанат. Да возьми ты кого-то, ебанушка, блядь.
Не, ну это пиздец. Это лютая хуйня вообще, я вам серьезно это говорю. Блять. Они лезут и лезут. 2-3, атакуем церковь, прием. Вот уж нет. И не надейтесь. Сейчас надо сразу, короче, по красоте все делать. Сейчас все будет по красоте. Бля, еще то место выбрали, где машин особо нет, сука. Так, окей, сразу за базуку. Пока фул ХП. Отец, держитесь. Сейчас все будет, папа. Сейчас все будет хорошо. Так, отлично. Держитесь, отец. Так, все хорошо, отец, еще один вертолет. Не, все, я справился в этот раз. Вперед! Да ну нахуй, еще что ли? Еще, смотри, еще поехали. Да ну серьезно, ты что, издеваешься? С какой стороны они хоть едут? Оттуда, да? Блять, откуда они едут? Я не понимаю. Так. А, блять, вот отсюда мы едем. Ну-ка ко мне, блядь. Давай, 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 вооружайся. Я, блядь, даже посильнее буду жать тебе, сука. Окей. Блять, вот это очень тяжело, ребята. Прикиньте, против какого-то старика, блять, против святого отца, короче, такую столько техники используют, вообще мрази, блять, какие-то. Так, ладно. Так, вот эта штука мне нужна. Я думаю, сейчас все закончится для них. Все, да? Отец Гуэра. Отец. В одного разнес, короче. В курсе? Отец! Отец, где вы? Они атаковали церковь. Идемте, быстрее. Давайте. И почему я им не сдался? Отец, давайте обойдемся без этой театральщины. Здесь быть нельзя. Но это не значит, что надо лечь и сдохнуть. Вы должны спастись. Я серьезно. Вы мне нужны. Мы с вами заодно. Прикиньте, да, какие вандалы эти суки, блядь. Нормальные люди по телефону разговаривают на уступе дома какого-нибудь, смотри, надо вот так. Кое-что сделать. Это нормальный человек считается. Без я проблем. Могу бежать, не? Окей. Ну что ж, появилась новая звездочка и появился новый G. В следующий раз мы, собственно, их пойдем выполнять. Ну а на сегодня все. С вами был Влад. Всем спасибо и всем пока. Всем пока, ребята. Всем пока.